Друзья мои, приветствую, с вами Алексей Азаров. Мы находимся с вами в нашем любимом Монте-Катине Терме. Сегодня посмотрим новый дом. Буквально 2 месяца назад здесь владельцы сделали шикарный ремонт. 400 метров квадратных плюс небольшой сад. Здесь. Видите, все свеженькое. Видеокамеры, сигнализация. Машина Светланы Викторовны. Сейчас мы ее даже увидим с вами. Все сделано очень хорошо. Смотрите, какой сад у нас закрытый. Ну, это не зря. Надо было... Виноград надо было здесь делать. Виноград? Или я видел на Сицилии, знаете, так вот лимоны растут. 4 урожая в год. Надо и в Монте-Катине сделать. А? Как вы считаете? Надо, чтобы какие-то грозди висели. Подошел, сорвал. Как настоящие, да? Красота. Супер. Ну, понятно, это тоже красоту можете убрать и сделать там парковку на 2 машины. Дом у нас 400 метров квадратных, расположен на 3 этажах. Снимаем штиблеты. Это батареи идут по всему контуру. Французский камень. Хорошие паркетные полы. Здесь мы заходим или с этой двери, или с той двери, и попадаем в небольшую гардеробную. Повесить пульт, оставить обувь. Вилла продается, как вы видите, с мебелью. Есть некоторые вещи, которые принадлежат семье, личные. Они их заберут. А так все, то, что вы видите, входит в стоимость. Стоимость вы посмотрите, перейдя по ссылочке, которая будет в описании данного объекта. Сделано все аккуратно, на совесть. Кухня. Полностью оборудованная.
холодильник. Здесь обеденная зона, столовая. Я, кстати, первый раз вижу, чтобы из чистого шелка сделали шторы. Весь дом 110, около 100 метров. Шелковые шторы. Дальше идет такой вот просторный, красивый зал с нашими шелковыми шторами. Светлана Викторовна, здравствуйте. Что там? Ну, тут кто у нас тут? Азаров. Не знаю, что за люди такие. Ты видел, какой гобелен красивый тоже? Я пошел. Сейчас пойдем посмотрим нижний этаж. Здесь можно сделать 5 спальных комнат. А куда сейчас с вами направляемся, здесь можно сделать хорошую зону отдыха. Здесь у нас котельная. Мини-библиотека. Данный этаж жилого назначения, что очень важно. Ванная комната с ванной. Комната отдыха. Можно сделать 6-ю спальную комнату. Как вам удобно. И здесь постирочная. Я сейчас удивился, или ничего себе постирочная. Такого качества. Пардоньте. Ну, я так понимаю, затея была какая? Пока там все стирается, ты можешь получить английский, французский, заняться своими прямыми обязанностями. Это, короче, очень у нас такая туалетная вода стоит в офисе. Классно. Это очень марка шикарная. И вообще дом сделан, как вы видите, таким с лоском. Цены, когда увидите, перейдя по ссылочке на наш сайт, вообще вздрогните. Очень хорошая цена.
Сейчас поднимаемся на верхний этаж. Белоснежная лестница с выходом. Такие толстые окна с выходом вот на такую небольшую террасу. Наш лягушонок. Шикарная лестница. И верхний этаж. Если не ошибаюсь, высота потолков здесь 3 метра. Здесь сделали небольшой кинотеатр, но можете сделать спальную комнату. Главное, что есть где развернуться. Здесь гардеробная. Все сделано в размер. Небольшой балкончик. До площади центрально идти. Здесь вообще очень близко. Где-то 5 минут пешком. Очень близко. Просторная ванная комната с ванной. Еще одна гардеробная. Опа. Спальная комната просторная с ванной комнатой. Здесь выход на балкон. Здесь мраморные полы. Блин, ну классно. Просторная также ванная комната.
комната. И еще одна спальная комната. То есть в данный момент сейчас здесь две спальные комнаты, но, как вы видите, очень много дополнительных комнат, которые вы можете переоборудовать в спальные комнаты. И высота потолков здесь 3 метра. Здорово. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет в описании данного объекта. Всем привет из Монте-Катини. Ставьте лайки. До скорого.